Короче, давно не записывал видео. Выбрался сегодня на рыбалку. Как бы был в этом году, ну, немного раз на рыбалке. Щуки вообще не было. Ну, шнурки попадались, мелкие, грамм по 400-500. Сегодня решил, поймаю, не поймаю. Все равно выложу какое-нибудь видео на канале, потому что уже 5 месяцев не было никаких видео. Не знаю, сегодня последний спокойный день, дальше пойдут ветра, поэтому решил в лиманы сходить. Ну, будем пробовать, смотрите. Блин, накололось. Что за хрень-то, а? Просто трава, 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 блин. Как вот ее оттуда вытащить? Мимо ныряет и все. Во, есть. Есть контакт. Не крупно. Поводок бьет. За поводок схватило. Вот, представляете? То есть не за воблер. А нет, за воблер все-таки. Ладно. Немного ошибся. Думал, за поводок схватило.
Вот еще одна поклевка. Так, наверное, далеко, чтобы не уходить. Ой, встанем здесь. Вот, еще одна. Ну что, вот и выбрался я уже на берег, собрал лодку, ну как собрал, кинул на крышу, собрал все снасти, выдвинулся в сторону дома. Сегодня рыбалка была, ну, как бы не огонь, но если смотреть по тому, что было летом, у нас вообще никто не мог поймать щуку в лиманах, воды было много, ну и сейчас ее немало. Сейчас потихоньку начинает уже расклевываться и не шнурки, как были, было неделю назад, а уже такие, ну, более-менее, что-то похожее уже на щуку. Поймал две штучки, ну, две штучки крупные, которые чуть больше килограмма, ну, там, кило 800 и кило 700. Поймал еще два шнурка, ну совсем маленькие, грамм по 200-300, сразу их выкинул, на видео они не попали, потому что думал, что окуня зацепил. Сейчас еду домой, надеюсь, в этом сезоне еще выберусь на рыбалку, сниму видос. Всем пока!